Всем привет, сегодня у нас битва гильдий, зайдем в гости к Вике. Кто Вика, думаю, вы поймете. Так, что там у нас? Эсхил. Вики. Менты. Менты уже не интересны, Тарксы тоже нет. Будем бомбить сегодня Вик. Честно говоря, утруждаться искать какой-то состав не хочу. Пройдем всех Ронином. Так, где там наш Ронин? Так, есть. Собираем. Ставим ему Феникса. Так. Первый готов. Вторым у нас будет здесь Анубис. Потестируем Анубиса с ожогом. Так, ему поставим цепа. Рунами тоже утекание. Второй есть. Будет вот такой вот Рино у нас еще здесь. Только уберем ему корку. Найдем ему сейчас оживу. Так, надо будет склад почистить опять. Есть, также у нас будет тут дерево. Вместо ворожея поставим. Так, дерево есть. Кого возьмем? Давайте возьмем Дрейка. Или Фрея. Ну, хотя Фрея будет бить по героям. Давайте возьмем Дрейка. Вот такого вот. С богом войны. Поставим его в кубок. По питомцу давайте поставим карася ему. Так, ну и поставим Некроса. С каменкой. Вот такой вот пусть будет. Ну все, побежали. Так, Афина. Ну, попробуем через забежать через хранителя. О, вроде нормально. Так, хранитель у нас с огненной защитой. Угу, вот так вот. Хорошо. Значит, бежим через стрелка. И по чуть-чуть тут спамим сбоку. Так, немножко он не туда побежал, куда нам надо.
Так, хорошо, юнитов зачистили. Кидаем своего Анубиса тоже сюда через стрелка. Он у нас с цепелином. Быстро его слили, однако. Так, теперь можно сюда кинуть Некроса. процентов 100. То есть, видите, фактически я даже там не заморачивался. Хватает Нубиса, Ронина. Не надо там даже дерево использовать. Так, что там у нас? Следующий. Так, ворожай стрелок. Афина с воодушевлением. Хранитель Рину. Ну, попробуем сверху зайти. Так, 73% у нас. Кидаем Анубиса. Хватит. Думаю, должны. 97. Ну, добьешь или нет? Да, должен добить. Вот 100%. Без всякой замороки. Так, есть. Оживляем. Следующий. Так, что тут у нас? Некрос. Рино. Тут будет поинтереснее. Ну, в принципе, побежим отсюда. С этой стороны. Будем спамить. 50. Самое главное побольше спама набрать, если у вас там не особо в топ прокачанный герой. Чтобы отвлекать все ульты автопрокеров на юнитов. процента. Ну, кидаем в стороне Анубиса. Он пока сейчас добежит, он уже снесет, думаю, все. Вот 100%. Без проблем. Так, следующая Вика, кто у нас? Да, ну и защита у топа. Ладно, побежали. Отсюда пройдем. Вольт на дефе. Это серьезно. Тут даже спамить, в принципе, не будем. Нам даже лучше, что вольт блокирует умение Ронина, получается. Он просто миссает и не получает даже возвратки. Это хорошо. Вольт ушатали. Сейчас, думаю, конечно, нам... Хотя, в принципе, должно... Так, есть. Ну, кидаем
чем подальше Анубиса с Цепелином. Сто процентов. Так, где там наш Ронин? Есть, побежали дальше. Что тут у нас? Рино, хранитель, стрелок сбоку. Ну, давайте отсюда запустим. Посмотрим. Что-то как-то быстро набирается. 72% уже. Вообще налегке. Даже глазик положили. Ну, сейчас думаю. Так, слили, есть. Ну, закидываем отсюда со стороны Анубиса, своего Анубиса. Уже 90. 100%. 4862. Вот такая вот у нас битва гильдии сегодня была. Не хотел тыршевать. Хотел просто посмотреть на топовый деф, топовой гильдии. Ну, как видите, сейчас ничего не спасает. Поэтому можно даже не заморачиваться над защитой. Все равно любого можно пройти. Вот такой у нас был сегодня Ронин. На него вы уже видели обзор. Плюс Анубис тоже с ожогом. В принципе, все. Остальные герои мы даже не использовали. Тут хватало бы нам даже дерева, то есть два героя плюс дерево, мы свободно любого топа затащим. Все, пишите комменты, кем вам пройти следующих топов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.